Сегодня готовим картошку с грибами. Итак, мы нарезаем грибы. Я их предварительно помыла, почистила. Мы их будем резать теперь. Я их порежу кубиками такими. Такими кусочками. Вот так вот, достаточно меленько. На сковороду наливаем масло. И отправляем сюда обжариваться наши грибы. Я нарезаю лучок достаточно меленько, полукольцами. Нашим грибочком мы отправляем лук. Все это хорошенько перемешиваем и обжариваем пару минуток до золотистого цвета. Итак, теперь мы добавляем сюда картошечку. Картошечку мы хорошо посолим. Добавим хмели, сунели немножко. Черный перчик добавляем. Все это мы хорошенько перемешиваем и протушиваем так минут 5-7, чтобы наша картошка хорошо обжарилась. Накрываем крышкой, протушится еще 5-7 минут. Вот такая вот у нас картошка получилась. Пробуйте, готовьте и до новых встреч. Пока-пока!